Судя по танцующим парам, Иван Демидов в лагере был не один, а судя по количеству эфиров Юрия Антонова, у Ивана Демидова была не одна девушка. Знаете, Ефим После такого эротического, я не знаю, начала... Да, очень у нас какое-то такое эротическое развитие произошло. И сейчас мы сидели за столом, и... Хорошо, я понял. Вы знаете, очень популярные люди сегодня присутствуют у нас в программе. Люди прославившиеся, люди завоевавшие телевидение. И вот, наконец, подтянулся долгожданный Влад Листьев. Мы приглашаем его на сцену. Итак, Влад Листьев и ваши аплодисменты. Влад, ты опоздал. Штрафная речь новогодняя. Это в твою честь, посмотри, фейерверк, Влад, в твою честь только что был. Вот уже его и загасили. Жидкий фейерверк. Честно говоря, я как с корабля на бал, потому что я не знаю, что происходило здесь до этого, но судя по лицам, по очень красивым и иногда раскрасневшимся лицам, здесь было очень весело. Сейчас я у Саши спрошу. А говорить в микрофон чего было или нет? Значит, я петь не умею. Кстати, все-таки, может быть, что-нибудь споешь, Влад? Мы видели вчера по телевизору, ты пел, очень здорово. У тебя помада на щеке. Да, помада на щеке. Это ты спрашиваешь нас, это маленький было? Поцелуй такой, лилипуточки. То, что касается моего пения, это вообще была гениальная история, как этот клип снимался. Я думаю, вот Костя Эрнст, который здесь присутствует, он автор этого клипа, он потом сделает отдельный фильм, как снимался этот клип. Это будет, пожалуй, более популярный даже фильм, нежели чем сам клип. Ну а сейчас что-нибудь споешь? Нет, не могу. Стишок какой-нибудь новогодний на стульчике прочитаешь? Давай стульчик. Стульчик? Давай. Сейчас будет стульчик. Давай стульчик. Стульчик кто-нибудь принесет? Есть мужчина со стульчиком? Нет, мужчина со стулом. Стульчик есть? У кого стул нормальный? Мужчины. Хоть у одного мужчины есть стул. Так, у Гафина единственный мужчина, у кого нормальный стул. Спасибо. Сегодня. Ну, в наше время это сложно, ты же знаешь. Едим, что можем. Говорят, что у нас очень напряженные в последнее время сложились политические отношения с Украиной. Да и не только с ней, но все равно я хочу внести свою лепту в дружбу народов. Я вам прочитаю сейчас четверостишье, детское четверостишье Павла Тичини. Есть такой украинский поэт. Я буду читать на украинском языке. Аплодисменты для начала. А почему я не слышал аплодисментов? Купила мат иконыка. А коник без ноги. Така цікава іграшка. Ги-ги-ги-ги-ги. Павло Тичини, между прочим, классика. Аплодисменты, господа. С Новым годом вас. С Новым годом. Спасибо, Влад. Спасибо. Это самый популярный ведущий программы на центральном телевидении. Предупредили. Где ноги? А что, надо что-то говорить по этому поводу? Так. Ноги у меня действительно хорошие. Я благодарю за этот приз. Это первый приз, который будет вот стоять у меня дома. И я буду каждый раз на него смотреть и думать о том, что ноги все-таки мыть надо регулярно. Спасибо за эту награду. Спасибо. В следующий раз, когда я увижу Влада в пробежке на Тишинском рынке, я пойму, что ноги дошли до своего адресата. Избранника. Спасибо. Вот такая вот импровизационная у нас произошла рекламная пауза.